Дорогие друзья, почему Игорь спрашивает? Потому что сейчас ровно 9, и песня «Тывья» была последней в нашем концерте. Мы ровно уложились в это время. А это «Цугабы», да. Точно, точно. Игорюш, наверное, без микрофона. Подальше отойди. Она ему была глуха.
такого, послушай ты, чурбан, для друга дорогого, шей ваш потаный кафтан. Блэхет кафтан, и блэхет, и кафтан, еврейскую песню? Да, вот пусть. Хорошо. Ersticken wachsen, wachsen ohne Leben.
Liebe Kerberin, und mit Obergehen, das Kerberin, Denken und Rennen. Я заполняю паузу. Недавно мы читали досье одной пианистки, и там она написала, что у нее репертуара на 7 часов. Мы взяли и посчитали, сколько у Игоря репертуара, а больше, чем на 7 часов. Это 130 произведений у него. Что значит 130? Которые он себе наиграл и напел, и может, и знает слова наизусть. 130 умножить на 3,5 минуты. Есть подлиннее, короче, практически почти нету. Да. Ну, вот-вот, правильно, Алла. Алла, молодец. Она услышала, что в моем голосе прозвучала угроза. Ну, хорошо. Держит руку на пульсе. Ну, поцелуй.